переболели ковидом? Не, мы же вакцинировались, поэтому... А контактировали? Нет, не контактировали. У нас все были привиты, поэтому у нас в этом плане все нормально. Сначала врач измеряет температуру, давление, пульс и насыщение крови кислородом. Если противопоказаний нет, можно идти на ревакцинацию. Каких противопоказаний нету. Пациент себя чувствует хорошо. Температуры нет, все нормально. Давления нет. Тем более мы уже делали вакцинацию, и прошло все безболезненно, и никаких последствий. И самое главное, что после этого мы не болели. Полгода назад сотрудники торгового центра автозапчастей уже вакцинировались от коронавирусной инфекции. Но врачи говорят, что высокий защитный титр антител держится 6 месяцев, поэтому пришло время обновить иммунитет. 6 января сделали ревакцинацию в нашей поликлинике номер 5, и могу сказать, что... Она прошла достаточно легко, безболезненно, без каких-то осложнений, не потеряв работоспособности, потому что пришлось и работать на празднике. Вот. И считаю, что это необходимость, которую мы должны соблюдать все. Ревакцинироваться можно любой из зарегистрированных вакцин. Но сотрудники торгового центра выбрали «Спутник Лайт», которая, по сути, является первым компонентом «Спутника Ви». Эту прививку ставят однократно, что удобно как для пациентов, так и для врачей.